Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Всем здорова, ребятки, с вами по-прежнему Верфуни Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Human Fall Flat! Всем привет, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребятки, сегодня у нас будут угарные пластилиновые прятки, и сегодня у нас будут кошки-мышки, Том и Джерри. Сегодня мышонки будут прятаться от опасного кота Тома. Вот такой вот страшный кот Том полицейский будет искать наши топовые нычки. Ну и, конечно, друзья, карта. У нас огромный особняк, гигантский дом с огромным количеством нычек, и сегодня мы будем прятаться от опасного котика именно в нем. Кстати, лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды, вторая попытка, заранее огромное спасибо. Ну и первый маньячок, первый страшный кот Том, сегодня у нас Бобби, и мы с Андреусом. Начинаем! Ну все, идите ныкайтесь, кто не сныкается, тому выпишу штраф. Ага, кот Том полицейский, он очень опасный, друзья, сегодня. Ну что, Андрюха, я предлагаю прямо сразу идти искать нычку. Давай, братанчик, максимально на позитиве. О, спасибо. Да, конечно, Андрюха, без проблем, братанчик, без проблем. Давайте вот тут это, на крышу сейчас залезем. Давай, сейчас оформим, так сказать, крышу. Да, давай, на крышу, Андрюха. Ого себе, вот это портал. Вот реально. Это система, друзья, автообнаружение помех. Блин! О, чуть не умер. Молодец, Андрюха, молодец. Все, короче, Бобян, дай нам буквально еще где-то минут 30, и мы спрячемся. Сколько? Ну ладно, секунд 30. Ага. Ну давай, смотри, что я сделал, какую подлость. Какую? Видал, какой я мув сделал умный? Так оно наоборот. А как оно было? Сверху. Да? Ну ты, Андрей... Ну ладно, пусть будет снизу. Ну ты дурали, Андрей. Ну ты дурали. Да ладно, оставил бы так. Вот так оставим. Все, погоди, Бобян, стой. Так сейчас. Секунду спрошу. Нет, ну блин, ну подожди, у нас там помехи были. Блин. Помехи справа. Так, а мы если что, Андрюха, сможем отсюда стекнуть? Я не знаю, но предположительно, что вот именно сюда можно, где я сейчас нахожусь. Так, погоди. Все, Бобян, мы готовы. Давай, можешь нас искать. Кот Том выходит, мышки спрятались. Так, Андрюх, сейчас я кое-что хочу проверить. Что, чисто что, для нашей безопасности. А вы где? Ну, мы в нычке, Бобян. Ага. О, кайф, Андрюха, если что, у нас есть методы отхода, понял? Сейчас. Все нормально, все рабочее? Ну да, вон, посмотри, я одну уже это вот. А, нифига ты, типа, ломал стекло. А ты не понял, что ли? Да я понял. Ага, ничего ты не понял. Андрюха, а тут можно так, как мы задумывали, сразу. Хоп! Да? И туда, ну понял куда? Хоп! Ничего себе, ну-ка! А ты сможешь? Хоп, при на стоп. Я не знаю. Бобян, знаешь где мы? Мы в нычке! Ай! Мы мыши, ты что, Андрюха, упал? Я разбился! Ё-моё, Андрюха разбился! Ай! Ты чего? Где вы? Я разбился! Ты тоже разбился? Да! Капец, Андрюха, я лез, блин, и не лез. А он, кстати, в соседней комнате, Андрюха, давай под стол быстрее. Что? Сейчас. Он в соседней комнате, давай под стол резче. Да я уже спрятался, настоящая мышь в норе. Да я тоже спрятался, мы в норке. Ты что пришел сюда, а? Меня шляпа палит, походу. Так, тебя шляпа палит, Андрюх, но я вот сюда. Я полосатая, ё-моё. Все, ребят, кстати, это второй ролик на этой карте, а карта потрясающая. Андрюха! Чё? Андрюха, там коты, они бегут. А ну-ка, нарушаем. Не-а, мы не нарушаем, мы это, нормальные. Ты ушел, Андрюха, от него? Да ушел. Так, Андрей, расходимся, братанчик, уходим. А помощь будет? Там кошара разогнался, жестко разогнался. А какая помощь? Андрюх, ты ушел? Пока, да, ушел. Уходи. Ненадолго, наверное. Уходи, Андрюха, от него, уходи. Уходи, дверь закрой. Андрюха, уходи. Что, попался? Нет. Слава богу, Андрей, слава богу, молодец. Сейчас уходим. Попадется, блин. Что? Ну помоги, пожалуйста. Как, Андрей, как? Ну выйди из-под камней, пожалуйста. Так а я не в камнях, блин. Че, правда? Ну да. Че, убежал? Да. А, понятно все. Что, а ты привел его ко мне? Нет. Ты убежал, Андрюха? Нет, он меня схватил. Короче, друзья, Андрея поймали, а значит, что Андрей Джерри стал помощником Тома. А я, кстати, сныкался, парни, жестко вообще. Смотри, а? Тут дверь открыта. Да. Мужики, я вам даю подсказку. Я в главном входе. Короче, тут еще недалеко гараж, блин. И я это...
Опа, прям подозрительно, смотри. Да. Ага, офицер полиции Том, посмотрите, пожалуйста, на открытую дверь. Так. Да, я там и был, офицер полиции Тома, я там был, я в гараже, только, блин, ну ты почти. Ты не в гараже, что ты врёшь. Ну открой ворота, я на них просто вишу, и я наверх поеду, да, я на воротах. Но. Опа, спасибо, я наверху теперь. В смысле, да, я посмотрю. А он вот врёт. Они, ходят. Откуда трансляция ведется, господин? Ходят, ниоткуда, откуда, блин, ниоткуда вас. Так. Вот он, Андрюха, с одной стороны. Где? Опа, лови, мышь, лови. Том и Джерри, друзья, Джерри Овер побежал от них. Ага. Иди сюда, Джерри Овер, давай. Ой, ты блин, я упал, ё-моё. Куда упал? Ой, блин, я так упал. Бобезяк, он где-то там. Нарушаем. Нарушаем, кот Том. Иди сюда. Джерри нарушают. Что ты там близко? Оп, обянда, свидули, ага, молодец. Оп, пока. Пока. Да как тут так прыгаешь, пока, мужики, а? Пока. Где он? До свидания. Он свалился. Кто? Иди сюда. А, я закрыл ворота. Что такое? Нет, тихо, попались. Опа. Ты попался. Да что такое с дверьми? Надурил, друзья, надурил. Дверь закрывает. Не сможет закрыть дверь, иди сюда. Говнюк, блин. До свидания. Не иди пройдете! Ой, давай! Бобезяк, походи! Опа! Ваши документики, сэр! Где документов, блин? Я мышь! Ё-моё, Бобён всех поймал! Ну что, я летний Том, уточка кря-кря, котик мяу-мяу. Смотрите-ка, друзья, у нас Том собрался на море, летний Том надел шляпу, чтобы солнце не напекло голову, надел спасательный круг и идет купаться в бассейне. На тебе, Том, понюхай. Отошел, у меня к тебе предложение, кстати, есть. Нюхай, что? Да отойди, нюхай. Не буду нюхать, уйди. Что предложение? Так, давайте вы там поиграетесь, мышонки, да, я тут отдохну, почилю, подыхаю. Ладно, потом ладно. Вы сами прибежите сюда ко мне в лапу. Не-не-не, Бобян, идем прятаться, отворачивайся, блин. Ой, да, ладно. Все, Бобян, идем на поиски топовой нычки. Но у меня нет, я не знаю, куда сныкать. А я знаю, может, давай. Туда? Не-не-не, Бобян, точно не сюда, пойдем туда. Открой. Ну как, ты где? Но. Где Человек-паук? Давай сюда. Сейчас мы должны, Бобян, найти наивысшую точку сопротивления. Давай, погнали, быстрее сныкаемся. Да, максимально, блин. Сейчас, ребят, мы так заныкаемся, так запропастимся, что Андрюха никогда нас не найдет. Ну, так, Бобян, надо. И сюда. Погоди, и сюда. Ну надо куда-то... А вот... можно было и туда. А и как там? А там был еще запасной выход. А надо нам, понял, как-то вот туда, как-то куда-нибудь. Ну давай, слушай. А как? Так. Ой! Так и будем, Бобян, по-тихому? Я не знаю, сейчас. Ну давай. Короче, Андрюха, жди. О, а тут изи, Бобян. Там на самом деле изи, там надо просто правильно сделать. Давай, я тебя подожду, чтобы показать. Давай, сейчас, я бегу. Вот, Бобян, с этой штучки и вот на уголочек. Ага, слушай, а если за это самое, за тебя? А, давай. Сейчас. Давай. Бобянчик, давай. Хорошо. Опа. Давай. Так. Сейчас. Давай, Бобян, надо пораскачаться. Опа. Так. Мне кажется, это плохая идея была. Какая? Ну, зацепиться за тебя. Не, это была лучшая идея, Бобян. Да? Да. Нормально. Ну, я тогда сейчас, подожди, тогда сам вот так вот. Сейчас, Бобян, я если это повыше чуть-чуть... Давай, я смогу тебе тоже помочь в этом нелегком деле. Что мы вообще делаем? Давай, Бобян, можешь это? Да нет, ты подтянись. А, ты сам? Ну да, попробую. Давай. Сейчас. Давай, Бобян, давай. Аккуратненько. Я сделал, Бобян, грязь максимально, мышки. Хочешь, я тебе помогу, правда? Сейчас, стой. Давай, на. Бобян, давай. Не дотягиваюсь. Ну и посильнее давай. Бобян. А ты можешь меня захватить? Никак! На камере! А тогда сейчас подожди, стой, вот так вот сделай. Да, и шо? Вот с этой вот. Куда ты пошел? Бобян! Вы там спускаетесь куда-то, да? Да, мы ползем. Бобян, давай обратно. Давай. Давай. Оп! Давай, нормально? Ну, вроде бы зацепился, слушай. Все, давай. И дальше сам там, помогайся, Бобян. Помогайся! Сейчас, все. Все, заходим. Отлично, спасибо. Ну что, мы готовы, кот Том, выходи, ты нас не найдешь. Мы в такой подвал залезли, боже мой. Да. Я так и понял. Бобян, ну не пали, блин. Да не, мы не спалимся. Не спалимся? Не. Он ушел?
Я тут почти что уснул, парни, пока вы там куда-то лезли. Так, ну что, котом, ты вышел? Да вышел, вышел, да. Ну все, давай. Вышел, вышел. Ищи нас, мы будем рады, если ты нас найдешь. Да, да. Мамян, ну это топовая же нычка максимально. Это самая топовая нычка. Это просто бомбита, синьорита, мы за забором, там еще зомби, блин. Да. Да? Чё, правда? Да, это лютый кайф. А слушай, а мы можем уехать? Куда? А, на машине? На машине. А ну залазь туда. А, она, блин, дымится что-то. Блин, да, что-то сломалось, наверное, не можно. Надо бензин подлить. Угу. Да. Чё вы там делаете? Мы в машине, Андрюха, ты где вообще лазаешь? Мы у тачки. Да, там, а ну-ка, покажитесь тогда. Ну вот, выходи, смотри. А ты выйди, выйди, выйди к забору-то встань, и мы покажемся. Да я вышел, я у стекла стою. Нет, иди к забору, там не видно нас, мы в дыму. Ну ладно, ладно, сейчас, а если вы меня обманываете, то что? Не, мы что, мыши какие-то? Ну вообще-то да. Ну и шо, где вы? Так, вон он побежал, друзья, смотрите, вон он, летний, а вот мы в машине, Андрюха, вот. А вот нашим. Вот Маша. Да, 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 но там же никого нет. Конечно, потому что мы сзади. Хеллоу, хеллоу. Привет. Зачем вы меня обманывали? Я так и подумал, что вы куда-то лезли, блин. Куда лезли, блин? Никуда мы не лезли, да, Бобян? Подвал. Да, конечно, да, Бобян. Мы подвалим. Бобян, никуда мы не лезли, правильно? А ты куда? Да. Никуда мы вообще не лезли, блин. Мы вообще вот стояли. Я вас сейчас накажу, ясно? Никуда мы и не лезли. Самое интересное, да, Бобян, заключается в том, что на самом-то деле, что можно уехать, блин, на этой машине все-таки, я считаю. Слушай, я с тобой полностью согласен. Вот, Андрюха, мы не врали, блин. Да? Ну, конечно. Да, а там бы стояли просто так, не померещилось. Так правильно? Это где мы были, Андрюха? Мираж. Это был мираж. Мираж, говорите? Да. Ты что, Андрей? Так, не понял, а то, чем вместе с зомбаками стоят какие-то мыши, я не понял. Непонятно, Андрюха, непонятно, что за мыши. А как нас достать? Да, а как? Ну, сейчас я вам произведу Акаки, понятно вам? Ну как, что, да? Друзья, максимальный троллинг Тома, кота. Улыбочку. Ну что ты там, куда смотри, ты лезешь? Смотри. А, что, где он? Да вон, на колонне справа. О, так, Андрюха, не так надо, а по краешку карты. Да я сейчас все сделаю как надо, не переживай за меня, я бы за себя Бобян! Переживал. Бобян, ты как, слышишь? Бобян, тебя тоже залепило? Да. Нормально, да? Он сейчас нас таким темпом достанет, блин. А как теперь нам выкрутиться? А как вы никак не выкрутитесь больше? Да, конечно. Застряли. Бежит, бежит он, Бобян, висим. Висим, я все, Бобян, вытащи. Бобян, вытащи. Я не держусь, Бобян, вытащи. Бобян, вытащи. Я в ловушку попал, мышеловка. Бобис, вытащи. Блин, крысюк! Да ёбо, тут охранники дают пройти! Я вылез, Бобян, тебе повезло! Да что такое? Вылез? Да, ты еще закрыл его, что ли, там? Да! А я в другую сторону! Вот это троллинг, друзья! Вот это, Андрюхе, не повезло просто! Не повезло, не повезло! Вот это, конечно, обидно! А ты где, кстати? Я? Там же, за забором! Иди сюда! Так, всё, всё, давай, 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 да давай! Да что такое-то, ёма? Я дверь закрыл, он не может, он не умеет открывать двери. Да, я не умею, я глупый кот. Котом не научили. Да-да-да. Все, Бобян, я ушел. Бобян, я свалил. Бобян, давай, аккуратно. Хорош. Бобян, аккуратненько. Давай, вот сюда, вот сюда, давай. И вот уходим. Так вот. Уходим. Вот так вот. Подвинься! Я убью, собрались! Бобян, он здесь! Да я убежал, иди я убежал. Да. Бобян! Я убежал! Кто там в танке? Он тут, Бобис! Ты ушел! Блин! Он меня поймал! А Бобян говорит, я убежал, я убежал! Я убежал! Я-то его видел! А там Бобян в стекло все видно! Говорит, я убежал! Как выйти отсюда? Мы тут как это, килька в масле! Вы в мышеловку попались, парни! Никак не выбраться! Так, лови этого бегунца, погнали! Да как? Меня вообще не поймать! Да-да-да-да. Я уже телепортировался. Куда ты там телепортировался? Хорошо, до свидания. Ой-ой-ой, там Бобизяк, я его пропустил. Опачки! А я что-то думал, да я почему про Бобиса не подумал вообще? А что ты не подумал про Бобиса? Я не знаю, я Андрюху, друзья, выпустил и думал, все, а Бобян же он помощник, блин, что-то я тупанул вообще. Вот это да. Вот, ребятки, и настала моя очередь искать мышонков Джерри. Ну что, маленькие крысяки Джерри, вы хорошо спрятались? Потому что страшный кот Том уже идет по вашу душу.
Отлично сныкались, братишка. Отлично, но это здорово, парни, потому что самое любимое, что мне нравится, это искать вас в топовых нычках. Когда я вас нахожу в топовых нычках, а потом ем, вы гораздо вкуснее мышонки. Чё сказал, ё-моё? Ну, кот ест мышей. И когда я вас нахожу в топовой нычке, гораздо вкуснее. А кто-то разве рыбу не ест? Ну, ест. А ты так что, карась? Рыбу. Да. Или кто? В фонтанчик сходи. Бабян, а засунь кулак в рот и скажи «щука». Щука. А, засунь пальцы. Я засунул. Щуку. А скажи быстро «банка, банка, банка». Банка, 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 банка. Какой кабан? Банка. Бабка. А скажи «котел». Котел, 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 котел. Котел, котел, котелка. Какая телка? Козел вообще-то, нет. Козел, 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 козел. Так, парни, я уже полдома, блин, обошел, и вас нету. Ну, потому что я вот, например, не в доме. А я вообще не на карте. Серьезно? Да вы меня что, обманываете? Да кот тупой. Да конечно. За такие слова, Бабян. Ну-ка, ну-ка. За такие слова я бью два раза. Один раз в голову, второй мимо и убегаю. А, нифига ты спрыгнул с террасы. Так, не понял, с какой террасы. О, привет, Бабянчик, как она? Как ты здесь? А как она, жизнь вообще твоя? Нормально? Все по кайфу, блин. Бабян, все с кайфом? Бабян, а куда ползем? Опа! Все, попался. Гаденыш. Ну что, у нас остался, конечно же, Андреус. Я, если честно, не знаю, где он, так что можешь у меня даже не спрашивать. Так, ну ладно, Бабян, спасибо за помощь, конечно же. А я знаю, Борис. Где? А вот. По любасу. В помойке. А нету! А, ну да, я там. Слушай, нету, блин, в помоечке его, блин. А может он в камнях, слушай, или в воде? А, в воде, в камнях. А ну-ка. Давай-ка, гулять выходи, Андрюха. Давай-ка. А вон, в доме. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Андрей, ты же сказал, что ты был не в доме. В обманщик. Сейчас бы верить мышь. Сейчас бы верить в чудеса. Привет, Андрюха, братик мой. Мышка. Ты не брат, ты кошара, пошел вон. А, о, как заговорили, друзья. О, как заквакали, понятненько. Пи-пи-пи-пи-пи, Андрей. Бабян, у нас тут гонки, форсаж. А вы где? А мы, ой. О, обманщик. А я почему спиной? А потому что ты дурали. Не. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Поймал? О, блин, рядом. О, ты какой поймал? Что ты тут это водишь? Бабян, он в доме. Опа. Туда его. Закинули. Закинули. Ну что ж, друзья, поймали всех и вся. Вот такие прятки у нас получились. Настоящие кошки-мышки. Том и Джерри. Ставьте лайкусик, пишите, что нам еще позаписывать в Human Fall Flat, а также в других играх. И мы, конечно же, все сделаем. Подписывайтесь на каналы Пэтсков. Ссылочки на них найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте просто положение комментариев. Ссылочки на социальные сети также в описании. Ну а с вами сегодня были Оуэр, Фонни и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем братское сердце, дорогие друзья. Пойдем, чуваки.